Сегодня на канале Лали Лу особенный выпуск. Бумажные куклы BTS впервые для наших зрителей. Смотри и делай вместе с нами. Будет ярко! На белом листе наведем контуры Джина. Шаблоны первых четырех участников можно скачать в описании под роликом. Добавим цвета. Начнем с кожи. На лице чередуем бежевый с розовым. Оранжевым маркером выделим тени. Волосы будут каштанового цвета, но чувствую, что к следующему клипу они изменят цвет. Коричневым фломастером подчеркнем объем. Синим цветом оттеняем майку. Простым карандашом наносим складки и изгибы на одежде. Белье закрасим фиолетовым цветом. Джин, скоро твой выход! На желтой бумаге обводим силуэт и дорисуем пиджак и брюки. Ряд за рядом рисуем зигзаги по всей ширине брюк. Вау! Синий в сочетании с желтым становится зеленым. Наметим клапаны. Белой гелиевой ручкой закрасим полосы зигзагов. С брюками мы разобрались, можем браться за пиджак. Простым карандашом разделяем рисунок на сектора, заполним каждый разными узорами. Звезды любят неординарные наряды, и чем ярче, тем лучше. Раскрасим узоры красным, черным и белым. Белой акриловой краской наводим воротник. Добавляем клапаны. Вырезаем наш костюм. Первая примерка прошла удачно. Теперь принимаемся за обувь. Обводим контуры стоп и рисуем яркие и стильные кроссовки под стать айдолу. Перенесемся на съемочную площадку. Сейчас вы увидите бэкстейдж бумажного клипа. Джин, ты готов? Только не двигайся. Камера, мотор, поехали! Вау, какой стиль, какая экспрессия! Стоп, снято! Ты был в своей лучшей форме. Все-таки приятно работать с профессионалом. Чимин, ты следующий. Наводим карандашный рисунок черным лайнером. Цветные карандаши на помощь! Кремовым закрасим тело. Простым карандашом затушуем тени. Чимин, может, посоветуешь спортзал? Розовым и оранжевым закрасим волосы. Красным заштрихуем майку. Не забываем про тени. Не верю своим глазам! Это что, динозавр? Опаснее динозавра может быть только динозавр с ножницами! Ложная тревога. Динозавр просто помог нам вырезать Чимина. Теперь у нас появился новый ассистент. На белой бумаге обведем контуры тела. Добавим к наряду клапаны и приступаем к вырезанию. На рубашке красным фломастером вырисовываем сердечки. Лайнером нарисуем продольные полоски. Застегиваем рубашечку. Спасибо, Дина, ты как всегда вовремя. Красным выделим подкаты на джинсах. Чтобы дополнить образ, вырежем и примерим Чимину подтяжки из двух красных полосок. Смотрится очень гармонично. На белой бумаге рисуем галстук. Закрашиваем все, кроме рисунка. Покрыв узел галстука ПВА, клеим его на воротничок. На красном картоне обводим ступни и приступаем к прорисовке кроссовок.
Вау, Чи Мин просто неотразим. В таком наряде ты будешь гвоздем программы на любом мероприятии. У нас на очереди Ви, один из самых неординарных участников группы. Обводим эскиз лайнером. Ви так привык к селфи с фанатами, что решил даже не менять позу. По традиции, сперва закрашиваем тело и белье исполнителя. Синие полоски на шортах и волосы более светлого оттенка. Фломастером прорисовываем пряди. На футболке дорисуем принт с Bugs Bunny. Убираем лишнее и приступаем к выбору текстиля. Ви, что бы ты хотел надеть сегодня? Понимаю, это сложно, и все цвета хороши. Может, в этот раз попробуем бледно-розовый? Наводим контуры штанов. Розовым заштриховываем тени и складки. Не забываем про клапаны. Вырезаем и сразу же на примерку. На пиджаке область между бортами вырезаем из бумаги другого цвета. На суперклей вклеиваем серединку. Наводим основные линии лайнером. Доводим клапаны и вырезаем. Джин и Чи Мин уже в предвкушении увидеть новый лук коллеги. Подождите, ребята, мы еще даже не обули Ви. Да, эта задача не из простых. Особенно, когда у тебя целая комната с модными новинками. Так уж и быть, нарисуем тебе новые. На остатках розовой бумаги обводим стопы и приступаем к прорисовке контуров. Белой гелиевой ручкой разрисовываем вставки и черным лайнером закрасим оставшиеся элементы. В этом костюме ты так напоминаешь пасхального кролика. Давай вместо бутоньерки сделаем тебе небольшого зайца. Закрепим пушистика на клей ПВА. Выглядишь просто неотразимо. Эй, кто у нас дальше? Шуга, иди сюда. Лайнером пройдемся по основным линиям. На футболке изобразим логотип Rolling Stones. Шуга еще тот рок-н-ролльщик. Красным фломастером раскрасим эмблему, а саму футболку заполним фиолетовым цветом. Мятно-зеленым закрашиваем волосы и переходим к шортам. Используем красный и фиолетовый цвета. Выглядит так стильно, что можно было бы остановиться и здесь, но на концерте так не появишься. Обводим карандашом очертания ног и остального тела. На штанах отмечаем шлевки и пояс. Линуем брюки вертикальными и горизонтальными линиями так, чтобы узор стал похож на шахматную клетку. Перед покраской нанесем тень на внешнюю сторону брюк. Теперь черным лайнером поочередно закрашиваем квадратики. Это, наверное, самый кропотливый этап, но немного терпения, и результат вас поразит. Добавляем клапаны и можем вырезать наши моднейшие штаны. Вау! Давайте добавим ладонь и приклеим ее на ПВА. У нас есть целая палитра. Что же мы подберем для нашего модника? Голубой будет отлично сочетаться с фиолетовой футболкой. Обводим торс карандашом, дорисовываем лацканы и наружные карманы. Обведем основные линии и добавим ярким голубым карандашом тени. Можем переходить к клапанам.
Одеваем пиджак и переходим к созданию обуви. На белой бумаге обводим область до щиколоток. У нас будут кроссовки с высокой подошвой, поэтому ниже ступни захватим участок побольше. Сперва обведем границы кроссовок, рисуем шнуровку и рифленую подошву. Красным фломастером закрашиваем оставшееся пространство. На носке оставляем незакрашенным только блик. Для выразительности воспользуемся белой гелиевой ручкой. Простым карандашом выделяем клапаны и вырезаем наши кеды. О, Шуга, ты выглядишь потрясающе! Папарацци будут в шоке, увидев тебя в новом костюме! Все ребята в сборе. Техническая проверка, и можно выступать. Ну что, сфотографировались? Да-да, уже отправляем в печать. Ребята, вас ждут фанаты. Отправляйтесь за кулисы. Не такая уж и простая жизнь артистов. Съемки, концерты, автограф-сессии. И самое главное, нельзя ничего пропустить. Подписывайся на канал Лалилу и ставь колокольчик, чтобы оставаться в курсе всех интересных событий.